Да, ребятки? Да. Как это зачем? Я в лесу уже всех съела. Не, у нас детки хорошие. Не надо их есть. Это будущие первоклассники. Они скоро в школу пойдут. А зачем вы сюда пожаловали? Зачем, ребята, вы пришли? На экскурсию, ребята, пришли в библиотеку знакомиться. Умненькими хотите стать, да? Да. Читать хотите научиться, говорите, да? Конечно. А я вот умею читать. Меня Василиса научила премудрой. Я ее съесть хотела. Меня читать, еще писать. Обманывать, вот наверное, она баба-яга-то, да, ребята? Да. Наверное, не умеет она читать. Ха, сейчас я вам докажу. Покажи, как я вот тут записала читать. Загадочки. Паре трещит мороз, шапку ты надей на... Ха-ха-ха, вот я вас обхитрила. Так, ты на друга посмотри. Посмотри. Глаз у друга ровно... Два! Какие хитренькие! Последняя такая загадка. На болоте во весь дух громко квакает... Лягушка! Ну ладно, так и быть. Не съем пока. Thank you.
Бабу-Ягу с собой заберете?